Живопись для пролетариата. В Российской национальной библиотеке открылась выставка испанских плакатов. Уникальная коллекция зарубежной агитации выполнена в технике цветной литографии. Всего в архивах библиотеки 80 плакатов, но в зале Корфа, где разместилась временная экспозиция, хватило места только для трех десятков. Авторы работ – признанные художники Испании. В Ленинград плакаты попадали благодаря советским морякам, летчикам, а также переводчикам, журналистам и писателям. Но в последнее время коллекция почти не обновляется, и это касается не только испанского раздела. Этим летом мы, например, вывозили свою коллекцию русского конструктивистского плаката в Шамон. Там каждый год во Францию. Был год России во Франции. А там каждый год происходит такой фестиваль плакатов. И вот многие современные мастера жаловались, что там интернациональная была команда. Там и из Испании были, в том числе из Франции люди, плакатисты, художники. Вот они как раз жаловались на то, что плакат массовый, он же не находит теперь спроса. Главная тема испанских агитплакатов – борьба с режимом Франко незадолго до Второй мировой. Многие из этих образов использовали затем в своем творчестве и советские художники во время Великой Отечественной войны.